Я думаю, этот сезон будет очень интересным, потому что у нас в школе обучается 510 детей, в детской спортивной школе. Сегодня в ВУЗе обучается 65 студентов-гребцов, которые являются, многие из которых являются спортсменами высокого уровня. Я вас поздравляю с открытием сезона, и у нас сегодня большое событие. Открывается дополнительный объект, спортивно-восстановительный комплекс на Гребном канале с бассейном, со спортивным залом, с тренажерными залами дополнительно, что позволит нам еще более качественно проводить здесь занятия. Казань летом примет 4 всероссийских соревнования, 4 республиканских и 2 городских. Спортсменам есть где проявить себя, показать высокие спортивные результаты. Так, это на стартовый.